1, 2, 3, проверка. По идее. Отличные моменты. Угу, приветствую. Так, у меня, кстати, для тебя плохие новости. Но тут уж что поделать. Сейчас настрою, потом уже продолжим. Ну, быстрее. Всем привет! Самое начало, наверное, настроечное, потом подрежу, если вспомню на ютубе. Так, что было? 22, 22, 42. А, если ты про новости, то арк все-таки особо... Он запускается, но на этом и все. Короче, не тянет, к сожалению, все-таки видюха. То есть там он делает один шаг в секунд 10, наверное. То есть кнопку нажал, он вот думает, реагирует. Ну то есть совсем нереально даже на тех, ну на том лаунчере, что подсказал. То есть где там было, что минимальные настройки не тянет. Поэтому какое-то время с ним всегда придется подождать. И более хорошие, это если все сложится удачно, то не так уж долго. Так, 23. Иди вот это. Ну нет, тут я уже разные варианты проверил, специально поэтому запустился. Не так рано, как хотел. Не хватает все-таки для него. Ну, скорее всего, даже, наверное, именно видео в памяти в первую очередь. То есть он все эти текстуры, как-то правильно назвать, просто не может одновременно все запихнуть. Зато уже легче, зато он уже есть, скажем так. Теперь надо будет только со временем обновиться. Так. Так что играем пока в эту. Можно будет продолжить донстрэп. Да надо бы. Нет, на самом деле в любом случае надо бы. Интересно. В принципе, как раз таки по слухам двойная ситуация. Подожди-ка, а мы разве должны были на другой части карты? Точно это именно это сохранение. Вот я не уверен, что это именно это сохранение. Надо будет посмотреть, я не помню, есть ли он или нет.
этот самый Blood Dragon. А вот именно просто третий. Так, еще раз. 19, 20, 22. Ну и уровень. Ну да, получается этот странно, я думал, другой сохранился. Может, я банально все не помню, что там есть. Потому что некоторые же там по всяким акциям, когда бесплатно раздают, получил даже те, которые я не собирался играть. Некоторые фиг знает когда взял и забыл о них, поэтому надо посмотреть. Я вот помню, что вроде по идее Blood Dragon должен быть. Потому что на него когда-то пробовал играть. А вот именно просто третий не помню. Надо будет еще весь список посмотреть, наверное, выпуск сделать из всего логичного. Хех. Ну так надо будет посмотреть. В принципе. Ну правда, слухи противоречивые, может ходить. С одной стороны, в этом видео от оно увидели, карты должны. Вот я не помню, когда в июле, но не помню точно, когда выйти. Так, это ТМД. Ну, в общем, короче, ТМД должны выйти новые видеокарты. И говорят, тогда на те, что уже есть на данный момент, то есть на старые, должны цены подупасть. Но, с другой стороны, есть и противоположный слух, что цены могут подрасти, потому что опять биткоин растет в цене. То есть, типа, что опять будет новая волна майнеров, которые все видеокарты поскупят, и они будут по большой цене. Так что как-то так. И вот тут надо будет подумать, как повезет. Что из этого все-таки более правдиво. А что такое гранд... Не подумал, и в стиме в гран-при выбрала фиговую команду. А что такое гран-при вообще? А так, с арком проблема еще в том, что даже, допустим, если отключить антивирус, то все равно тормозить будет. Поскольку оно совсем жестко тормозит. И это я еще даже не говорю про одновременный запуск фильма. Но плюс в том, что по идее просадка именно только видюхи. Все остальное должно поддерживать, по крайней мере, на минимальном. Так. Странно, чуть это сохранение, ну ладно. Надо вспоминать, где еще какие места с сохранениями будут, чтобы остаться где-то под... А, вспомнил почему. Затупил. У нас же открывалась новая конта для телепортации. Так что зря именно так прошел. Ну ничего, может напарим чего-нибудь побольше. Да что такое? Все-таки кажется, можно сбить на лету. Их больше не набирается ли, потому что мы подбираем те, которые мы тут подбирали. Да что такое? Мне себе пистолет против мышей не очень заходит. Так. Так, сейчас еще одну хочу проверить. Забыл еще одну настройку. Да, есть. Так. Что? Напомнишь, что такое гранки? А, все. Так. Блин, а тут не открытый сундук, а как его пропустить, он удивился. Ай. Да как? О, хотя один ХП. Странно, что я тут умудрился. Ну, наверное, не успел дойти до сохранения после того, как взял, а потом забыл, что его не брал. Только открывать-то его точно открывал и не раз.
Да, надо будет посмотреть. Ну, тогда после стрима. Просто мне интересно, это что это такое, не сезонное или постоянное? Или вот на время летней распродажи у них еще акция, как там с весенней уборкой и прочим была. Угу, ну да, значит, по этой весенней уборке. Так, ну этот сундук мы разведали. Этот сохранен. А сколько там команды на какую-то ставить? Ай! Блин. Какой-то еще осколок. Кстати, вылез на с другой стороны. Призыв Еримунда. Призовите демонического пса, отправьте его на врагов. Успел двоих, странно. Самая лучшая команда это Корги. Ладно, надо посмотреть. Ворожи, ворожи. Да блин, зажали, а? Откуда еще не растет? Этот какой-то бесконечный спавн. О, кот в розах. Блин. Есть. Электрический удар. Ну, по-моему, наверное, пока с каким-то шансом срабатывает сам по себе. Навряд ли зависит от того, насколько сложно. Фу, насколько точно наведем. Так, ну да, точно надо будет тогда зайти посмотреть, поскольку всякие вкусности зачастую бывают. Ну, в этих акциях, конечно, не совсем такие имбовые, но все-таки хоть какая-то польза. Так, сохраняемся тогда здесь. Ну, давайте на всякий случай еще одна новая. Чтобы все-таки больше вариативности было. Так. И что там обещают? Аркай 3. Нет, это, наверное, по идее должен тянуть. Ай. Потому что там Влад Драгон вроде тянул. Конечно, я не пойму, что никто не подвисит. Да нет, ну нормально. Не идеально, может, но вроде вполне прикинул. Да, скотинка. Есть. Не, ну некоторых могут точно есть разница, когда стрелять, но там не критум считается, а просто если ты ну, попадаешь просто в мультфильм. Есть. На другую локацию, даже не обещал вернуться. Так, с игром 3 будут выбраны случайные гонщики из лучших трех команд, в общем, за счет они также получат до трех игр из своего списка желаемого. Случайные из лучших трех. Угу. Ну посмотрим. А вдруг? Правда, интересно, игры тоже случайно будут выбраны? Потому что лучше побирать нежелаемые всякие дешевые и понаставлять всяких дорогих. Но это не точно. Да блин, ну брат, не поставился. Так, это тогда можно вообще не трогать. Так, и взять как-то мой Моргенштерн. Моргенштерн, ну да. Попробую, наверное, как все-таки с ним. Так побыстрее будет, хотя в пак... Стоп!
Вот это тоже нельзя отмечать. Странно, слетел список меня. Да нет, а тоже ходить не могу. Ладно, посмотрим, короче. А, блин, это речь лучше убирать. Подожди-ка, это еще странно, что она еще жива. Теперь-то точно нет. Моко, парей, лук. Из этих повышек еще лук получается. Конечно, разработчики просто более знакомые названия, наверное, решили использовать, да и вся суть. Ну да, если так вес, это еще не значит, что она побеждена. Запомним. Так, здесь где-то вниз был ход. Ну, наверное, все-таки опять вверх попробуем разведать, или же... А давайте вниз сразу же пошли. Ага, нужен ключ какого? Ратного коня. А, то есть на том, что ли, на той колеснице сначала ездить куда-то. Из этих мелких что-то выпадает. Жаба вперед, выпусти жабу в выбранном направлении. Ай. Хотя да, в отличие от крыс, они и сами урон наносят, а крысы совсем мелкие, по-моему, не наносили. Так, ну тут что-то есть. Есть. А, новый уровень. Ну, тоже пригодится. 15-й. Обсидиановое снаряжение, рецепт. Ай-яй-яй. Что-то неожиданно вперед пролетел. Так, ну здесь, наверное... Так, она развивается, потому что я не знаю, как пойти, чтобы мне не попасть. По виду казалось бы, ну ходи вот сюда, но нет, она именно на пути. А магии? Нифига. А рукой? Нет, это отскок. Подожди, я что, руку никуда не выставил? Казалось, выставлял. Здесь у меня ничего нет, а должно было срабатывать, ладно. Сейчас клавы управляем. Не знаю. Чуть непонятно, как с этой штукой бороться. Перепрыгнуть по виду тоже нельзя. А проходишь, она ловит и откидывает именно назад. Наверное, также эта рука нужна, про которую говорили. Все пойди. Гран-при туризма. Кстати, в этом арке что-то создание еще персонажей так себе. Либо я не понял, где лицо на нормальный сменить, потому что получают какие-то стрёмные. Чуть-чуть подкорректировать там можно, по-моему, длину головы, да и все. Ну, потому что в меню-то оно еще нормально было, вот когда погрузилась сама игра, то было совсем не грабельно. С другой стороны, я это уже слегка догадался об этом, когда туман в заставке тормозить начал. Здесь я не помню. Не, ну можно сейчас открыть карту, туда посмотреть, в принципе.
Ай! А, понял, почему я нашел на русскую Е вместо... Не, ну да. Перепутал на русско-английские буквы. Так, где показано, где вот там, да? Сохранение вперед. Короче, зря, конечно, таким путем пошли. Чуть быстрее можно было бы. Да, надо пойти вперед, потом назад. Потом вернемся за этим сундуком. Как? Как она на себя все взяла? Не, оно так не нужно было. Блин. Мне жаль, что все три стрелы в этот цветочек попадут. Так, здесь пока не отвлекаться на сундук, который будет в следующей зоне. Хотя, смотря где, там вверху окажется, то можно. Нет, ну внизу. Сначала таки сохранится, потом там не вернуться. Офигеть. Было бы сказано, но не вышло. Дурацкий монстр двинулся вниз. А чё-то в виде черепа какого-то вынули. На какой-то момент. Призыв призрака. Вот это может быть и прикольно. Брусок какой-то. Самое главное, вот этот открытым остался. Чем подвох или прикол? Как это упущенный вот этот? Ну, ладно, может на скорости проглядел. Или какие-то сундуки все-таки несколько раз. Ладно, придется сейчас тут заново подопилить. Минус. С другой стороны, он более-менее быстро должно быть. Скорее всего, надеюсь. Главное, опять не с ним упасть. Так. Роза. Как-то так. Так, ну здесь хорошо, что роза, можно теперь только в принципе магии это сразу гасить. Тут ты даже дофига роз. На каждом шагу. Непонятно почему, но как-то так. Так. Теперь. Внизу проверено, что интересно, но сейчас не пройти, поэтому точно через верх идем. Вот туда как запрыгнуть, на все-таки двойной прыжок потом. Или в чем прикол? Не, ну если его чаще прыжок нажимать, то она наоборот не так быстро прыгает. Так, здесь опять эти лучники должны будут пойти, так что в первую очередь на них надо будет отвлечься. А, нет, совсем не помню. Масло мока. Есть. Давай. Так. Ай-яй-яй, не успел все-таки. Жаль. Что-то, возможно, интересное упустили. Тякс. Тякс. Ну, а будет, когда пусть я выпускаю стримам. Запустить этот самый Far Cry, проверить на всякий так случай.
По идее, должен он. Если там... Ну, по идее, такой, по идее, конечно. И какой-то добавился. Ничего такого особо надписи не было. Чешуйчатый доспех. Нет, сначала сохранимся, потом, наверное, посмотрим, что он себе представляет. Хотя... Так как? Да сидеть. Так, да, здесь сундуки открыты. Ладно, еще, наверное, посмотрим. Снаряжение. Это 922. А, 7, не, нафиг не нужен. Тем более их еще 2. Третий, по-моему, у меня есть. Но я не по... А, да, там с единственной команде можно. В свое время довольно так интересны были первые части. Попробовал третий, в одиночку что-то скучновато было. Но в компании, думаю, будет повеселее, потому что по единственно всю сюжетку можно в компании проходить. И это хорошо. Так. Все, в этой части мы записались. Так, теперь думать, почему я там не смог вверх-вниз. Сейчас посмотрим. Так, не в этой комнате, в следующей. И что, вернемся назад, телепортироваться сможем. Вниз, по идее, кстати, можно, а вот вверх... А вверх сейчас посмотрим. Наверное, камень этот стоит дурацкий, да? Да. Не знаю, я где эту руку брать, или же... Давайте попробуем еще опять ее... А, нет, а как? Ее силы прыжки, по идее, не воспользуешься. А, блин, дурацкая фигня. Или воспользуешься. Так. Включаем. Не, вроде ничего не дало. Так, а если вниз? То есть сюда? Так, ты призрак теперь стоит. Емкость патронов. Так. Ну да, я, наверное, сюда заходил, просто не записался после этого. Или нет? Ты кто? Эй, ты что, человек? Так. А что, не похоже? Я не уверен, твое тело в каких-то странных вставках. Да, но это такая парижская мода. О, парижская? Ничего себе. А я вот в Испании не бывал. Меня звать Бенджамин. Я Мириам. Бенджамин, тебе тут не место. Я знаю, мне так страшно, что я даже встать не могу. Черт, как домой хочется. Интересно, у меня есть что-то, что может ему вернуться домой? Ну, у нас есть, но надо ли это отдавать? Ладно, давайте посмотрим, что из этого квест будет. Это поможет мне сбежать? Да, представь свой дом и думай только о нем. Прикольно, если он сейчас о чем-то другом все-таки будет. Ладно, ладно, попробуем. Кажется, сработало. Хотя, возможно, стоило 1000 голды. Так, ну сейчас сюда все-таки не заходим. Теперь точно надо вернуться назад, если сможем допрыгнуть и сохраниться. Кто бы думал, что там еще какой-то мужик сидит. Не знаю, теперь у нас самих вообще ко мне возвращения не осталось. Но с другой стороны, они это остались.
Короче, надо будет потом марафон разных проверить. Ну, CSM у меня точно шел. По крайней мере, без стрима точно нормально. С ним, да тоже, наверное, должен быть, по идее, это не должно быть особо мощной души. Текс. Ай-яй. Смотри, насчет чего? Какая-то идея насчет чего-то или просто в какой-нибудь другой сфере плоскости, назовем это так. Ну а так пока еще настрой есть, можно будет тогда вечерком, если не сорвется, поиграть в Dance Starr, правильный стрэп. Ну, Left 4 Dead, ну, мне пока поднадоел. Starr. Чего я стрэп всегда хочу назвать? Чего там еще? Всякие сеговские пока не настроил. Что у нас там не получается с этой настройкой? Так, ну тут другую сторону внизу можно. Давайте попробуем. За ней, в принципе, есть. Еще такого 11 час отражайте физические атаки вперед. А ну это только на даче хонибами интернецу то вперед атака отражать то можно, но мы все на другим оружием. А так попробуем с этим. Раз, два. Ну да, не работает. Так, Don't Starve. Задумался, что еще было. Ну что-то наверняка еще было. Нет, странно. Я думал, здесь разрушаемая стена. Ну нет, так нет. Не, ну всякий этот самый, как ну, летаут, по-моему, там такой режим выбраться не человека, как это называть. Ну, короче, соревновательные, не сами гонки, а испытания. Или там по типу боулинга и тому подобного. Тякс. Короче, некоторые неисследованные места завершили. Где там? В принципе, тогда уже спокойно отсюда можно будет стартовать. Так. Ай-яй-яй, не ожидал. Та собака, ты откуда? Только сохранились, уже начали хукать терять. Нехорошо. Так, вроде тоже простая стенка. А! Блин, я думал, он там... Офигеть. Кошель только попрыгун. Так, а здесь что было? Да, что-то, кстати, новое. Критический взмах. Бросайтесь на врага с одним могучим ударом. Ну, учтем. Ай. Есть. Уже себе получилось картину без урона по себе. Необычные стенки, странно. Ну, с другой стороны, везде же пасхалком быть. Фу, не пасхалком, а секретом.
Так, сейчас в пятницу 13-ю пока тоже не факт. Не, можно, там еще реально, но тяжковато. Так, Complete Edition нормально работает. Примал, конечно, не знаю, что Севастьян тоже должен быть. И Revolution, она посмотрит. Кстати, можно будет. Я не помню, правда, именно Revolution у меня есть или нет. Но в целом, такая забавная игра. Есть? Ну тогда точно можно будет. Вот тут я точно уверен, что он тянет. Кстати, а тут тоже проход какой-то, да? Или что это хрень? Я ж не помню, открыт у меня список или нет. Но скорее всего сейчас открыт. Ну тогда ты, скорее всего, даже больше помнишь на данный момент, чем я. Оп. Так, лаклющицу на этот раз попробуем не трогать. Это серьезное. Так, задам понизу сундук. Подозрительно, что он не открыт. Нет, тут у нас... Ай-яй-яй. Да, хотел сказать, лаклющица много жизни отняла. Тут это простой моб тоже не меньше особо успел. Плохо. Тут получается мы уже после того сохранения. Так, а он не отбрасывается, потому что так. Плохо. Ну тут чудом не задел. Так. Вот как тут? Тазить я знаю, но как... Это тоже какое-то другое умение. Вот интересно, я просто не понимаю, как это прожать, или все-таки у нас нет тех умений. Потому что там какое-то улучшение для пистолетов. Тут прохода нет. Угу. Ну я пока еще некоторое время буду, потому, конечно, не совсем долго тут время, если по утру смотреть, не так уж, но 10 на 7, так что надо будет через некоторое время завязывать. Так, вот тут думать. Ну надо будет, наверное, потом где-нибудь посмотреть, чисто не полное прохождение, вот такие моменты хотя бы, чтобы понять, пытаться и дальше в них как-то. Или все-таки надо битву где-то отыскать. Ну, может, тут тоже та рука, о которой ямщик говорил. Постой, ямщик, не гони лошадей. Что вот эти платформы, мне кажется, так на скидку, что они должны как-то там помогать отталкиваться. То есть, ты отталкиваешься, накидает сюда, оттуда куда-то вперед. Ну, в общем, как в Сонике, которые пружинные. Но, опять-таки, не факт. Потому что это личная моя ассоциация, которые пока никак не подтверждены. Опять этот демон-код. Такс. Такс. Ну, смотрим. Ну да. Подожди-ка, я даже где-то сохранялся, получается. Блин. Надо было посмотреть, где у нас комната телепортации. Тут, оказывается, я тоже уже был. Ну, не было, мог прийти через телепорт. Так, есть уже посерьезнее враги. Просто так см... Ладно, назовем так, с этого оружия не дохну. Моргенштерн. А, демон парикмахер, но пока меня устраивает, я думаю, что не могли. А мы обновили тут врагов себе с ходом в ту зону. Так, ну давай зайдем, пока телепортироваться не будем, но, наверное, посмотрим все же, где у нас сейчас открыто-закрыто. Так, ну да. А что там? Что это, что это? Нет, я хотел... Пофиг, короче, понял, куда. Опять-таки, ниже возвращаться к базе, ну, пока не надо. Я хочу еще кое-что по карте глянуть. Там какой-то значок интересный был. Розы? А что он значит? И почему он вообще в той зоне,
которой вообще выхода не нарисовано. Странно. Ну вот эти листки это квесты, по идее. Подожди-ка, они вообще на корабле? Надо будет вернуться. Может это рецепты какие-то упустим? И сундук показан как не открыт. Или в любом случае, если я открыл на карте, он будет показан. По идее нет. Значит, надо будет вернуться опять на корабль. С другой стороны, там что? Нам тоже, по-моему, двойной прыжок нужен был в одном месте. Я пока двойной прыжок не нашел. Хотя не удивлюсь, если это вообще при новой игре плюс какой-нибудь будет. Так, как тут назад? А, нет, это какая-то метка. Икс. Подожди-ка, то есть это роза, это всего лишь какая-то метка. Ну да, помечать себе что-то нужное. Ну ладно, улучшаем игру. Так, ну короче, хотя бы выяснили методом научного случайного тыка, что это не то, что нам нужно, а всего лишь можно пометить то, что нам нужно. Ай-яй-яй. А этот лед? Или он и лед, и огонь может? Так, ну вперед тогда. Блин. Высоко сидит, далеко глядит. Ай-яй, я сразу зацепил при падении. Ну да, и лед, и огонь. Кто такой? Магический демон-универсал. Так, то у нас хп меньше половины. И это уже нехорошо. Так, есть. Тут аккуратно уже надо думать, смотреть, куда идти. Опа! И что это? Надо это атаковать, не надо атаковать. Но он за нами следит. Ай! Блин, провалился. Ну то и само спасибо подозрительно, то что он еще и следит. Ну ладно, стоп. А если рукой именно попробовать? Ну, в смысле, ее вот этим, не знаю, каким умением. По-моему, как-то говорили, как называется. Ну, то, ну, по-моему, что с рукой было связано. В любом случае, оно не работает. А жаль. Хорошая эта идея была. По крайней мере, мне самому понравилось. Так. Ладно, сейчас на босса не выйти. Хочу сохраниться. Еще подлутались немного интересным. И... То есть сундук брус, обсидиан вяз, хорошо. Ай, тем более хочу сохраниться. Кто-то в ДБД играет. Так. Ну что, наверное, прыгаем. Хотя не знаю. Ну жалко, что экран вниз не уходит в некоторых играх. Когда платформер, то есть вниз зажимаешь, обычно когда вниз камера съезжает, а тут немного наугад. Так. Надо к тому бы. Есть. Вот тут странно, что он не успел нам урон нанести. Вынял атаку, потому что должен был. Ну, допустим. Стенки вроде тоже пустые. Но тут вроде можно назад подняться. Если... Да, даже не если повезет. А если просто не помереть. Ай-яй-яй! И поэтому надо было сразу на следующих же мобах потупить довольно сильно. Успел. Он сейчас, по идее, тоже огненный столб должен был призвать. Не, надо скоб все-таки тренироваться, прожимать.
потому что, я думаю, очень бы помогло. Почему крыло летучей мыши это малая тесьма? Я не знаю, чем крыло на тесьму похоже. На какую-нибудь тряпочку я бы еще... Подожди-ка. Не понял, это мы сейчас зациклились сюда? А ну-ка, карта. А там будет выпадение? Или я где-то пропустил, что здесь можно было в другую сторону просто пойти? То есть можно было тогда не через вперед? Ну ладно, сейчас пойдем для интереса посмотрим. Если что, он тпшнется, можно в кузову. Хотя нет. Смотрю, некоторые розы все равно стоят. Или их можно много? Наверное, их можно много. Так. Все равно я выгляну отсюда. А, это за пределами. Все, понял, почему мы отсюда не смогли. Это мы за пределами. Учтем. Но все равно, как я понял, ямщика мы потом это, по идее, должны научиться двигать. Как успехи. Вот видишь, у нас тут тоже такие своеобразные КТ. КТ оцелоп. Размером. Ну не с дом, конечно, но грузовик, пожалуй. Да что ж такое? Что это такое, как с ним бороться, с чем это едят и прочее, прочее, прочее. Так, кстати, не менее. Нам тогда надо все равно найти сохранялку. Потому что здесь интересного немножко поднабрали. Но мы все еще так же не сохранены. А хп маловато будет. Что с таким скучающим видом нарисован. Типа. С таким презрением атакует. Гаргуа. Так, ну здесь надо аккуратно, наверное, меч. Да. Офигеть. Да что такое? Не понял. Магия мимо него проходит, что-то я там не знаю. Блин, наверное, придется все-таки... И на то сохранение придется идти, если сейчас тут успеем. Ну, скорее всего, заново будет начинать. Сейчас проверим, может, все-таки какая-нибудь снаряга осталась. Нет, на хп нету. Ай-яй-яй. Я что-то использовал случайно, да? Да, и тут кнопку нажал, ну и все с ним. Что поделать? Некоторые сундуки все-таки заново спавнятся. Приветствую, Эмит Браун. А получается, некоторые сундуки реально просто заново спавнятся. Ладно, будем иметь в виду. Тут тогда прыгаем, потому что вроде урона нету от падений. Хех. Маны дофига, это хорошо. Ну а нас... Только синий учтем. Но нас подловила мыша грозная. Ай, а столько налутались. Но не были готовы к встрече с новым противником мечом. Такс. Короче, фармить можно на синих. Посмотрим, что это нам даст. Так. Ага. Сейчас надо будет вспомнить, где-то мы сохранялись. Здесь, да? Вверх проход. Кстати, ты случайно не знаешь, там потом двойные прыжки открываются, а то есть некоторые зоны, где у меня такие ощущения, что нужны двойные прыжки. Ну или какая-то обидка. И насчет погружения под воду, чтобы плавать под водой, вот я не пойму, то ли я туплю с управлением и не пойму, как сделать, то ли все-таки это обилки, которые позже откроются. Ага, все, хорошо. Просто именно спойлеры я не люблю, а вот... Насчет технических моментов я на всякий случай советуюсь, чтобы время сэкономить.
Ну, значит, не будем тогда пытаться покролить туда, где по виду это должно быть. Угу. Слушаю, ну, в смысле, читаю. Привычка — дело такое, устоявшаяся фраза. Хотя в данном случае... Ай! Так хорошо картины в прошлый раз прошли, ни одного урона не получив. Но без косячка это будем не мы. Нет, или обычная стена. Ух ты! Рикошетер. Короче, мячик-попрыгунчик такой своеобразный, такой с лапками. Ну тут я, значит, вообще это провтыкал. Сколько пока, я не знаю, как его заводить. Поток воды. Посмотрю, но у меня был, который выпускает не поток, а какой, как шар воды прыгающий. Это не он был, это я его продал. Ну, в любом случае, они выбиваются с ничего еще, то есть можно вернуться в зону, будет и заново его. А, да, кстати, приветствую. То ли хвост, ну да, и то ли хвостом, ну да, наверное, хвостом, если правильно читать. Ай! Она активизировалась. Надо текать, а то нам ничего хорошего не будет. Реально напоминает ведьму из Left 4 Dead. Так, давайте тогда в эту сторону пойдем для разнообразия. Хвостомаг все-таки. Угу. А хвостомаг, махаю я им. Не, ну просто так сходу, ну, по крайней мере, мне было не совсем понятно. То ли это, как у многих, когда ник занят и добавляют иксы просто для красоты. Ну и чтобы можно было свой ник написать. То ли это все-таки то, что нужно читать. Хвостом махаю. Ну а что? Дело хорошее. По крайней мере, у собак, по-моему, это значит такое хорошее, приветливое настроение. Так. Ну теперь зато спокойно будем, что все-таки не с управлением натупил, что тоже могло быть, а все-таки надо где-то выбить эти умения. Будем тогда искать. Ну что, туда мне все-таки хочется попасть. Так же, как и с этим кровавым бассейном. А у меня ник для Панголиана. Риск опять отойдет, когда ты драться хочешь. Ну смотри, не пришиби его случайно. Так, а у меня, ты же не знаю, упер куда-то. Наверное, опять у холодильника спит, сторожит. Не, прикольная игра оказалась. Вот это мне нравится. Максимум опас. Угу. С опаса З. И... Что у нас? Горячая клавиша. Ладно, не знаю, что это. Попробую русскую. В. Ну, если как на раскладке клавиатуре, то это D. А если B... Где она там? Надо научиться когда-нибудь слепую печатать. Это И. Кстати, да. Нет, не это вроде. Одна такая подозрительная оказалась, там надо было пропрыгать на люстре. И там уступ такой был, балкончик. И на нем ничего такого не было. А стенка не пробилась. Так. Вот здесь. Ну как не хватает этой возможности взглянуть вниз? Там можно спрыгнуть, но я не особо пока хочу. 38,5 часов для до платины ушло. Не, ну... В моем исполнении все игры будут дольше. Ай! Проверил. Проверил, называется. Не слабо так сиганули. Наверное, легче назад тогда пойти. И в комнату с ТП-шкой. Ты не разгадал, включаем за это время загадку комнаты Селесты. Ладно, пока читать не будем. А, ну хотя нет, значит спойлеров не будет.
А я пока из таких самых новых событий какого-то мужика домой отправил. Причем я думал, что я уже бывал в том проходе, оказалось нет. И там еще чуть-чуть дальше прошел, какой-то мужик сидел. И пришлось, ну не пришлось, был выбор, отдавать ему что-то или нет, дал ему камень возвращения, и он куда-то телепортнулся. Когда я его предупреждал, что надо именно о доме думать, чтобы успешно телепортнуться куда надо, но я в этом не уверен, думал он об этом или нет, ну куда-то его занесло. Так, ну с этими воронами, воронами ничего не сделать, с другой стороны не очень-то и хочется. Бежим в телепортационную. Интересно, по этому долгому падению, это просто чтобы быстрее куда-то вернуться, или там можно было так упасть, чтобы что-то прикольное найти. Так, ну я пока просто игнорировать буду. Ай, ай-яй-яй, что за подвесон был неожиданно. Так, ай-яй-яй, надеюсь, не комп перегрелся. Потому что вроде все так плавно было, какие-то подвесные пошли. А что это от него отлетело аж? Представляю, что ждать будет долго, если вообще ждать. Сейчас игр... Да, сейчас. Короче, с монстрами разберусь, потом дочитаю. Ага, разобрался, называется. Подставился. Ладно. Такс. Я подозреваю, что я разгадывать буду долго. Если вообще разгадаю, сейчас игр много, и люди быстро забывают игры, в которые играли. В 95-м было мало, игроки всего мира бились над загадками. Не, ну, сейчас, стороны, благодаря интернету и доступности его, более колоссальной. То есть, если кто-то все-таки догадается, то всплывает это широко известным массам. Фу, имею в виду. Ну, короче, быстрее информация распространяется. Раньше... Можно было не знать, что даже кто-то разгадал. Так. Ну, с другой стороны, в любом случае хорошо. Мне нравится, когда есть такие загадки, которые просто так не разгадать. Опять там сервисный портал. Так. Вот мне аж интересно теперь, стоит ли прыгать туда еще или нет. Так, с тэшком. Хочу еще посмотреть назад. Ну, сейчас я вроде не сказать, что особо много чего-то налопался. Поэтому можно, наверное, идти. Ну, вот именно это не помню. Я помню, всякие там в нашем городе книги продавались кодами для Сеги, Денги. Что там, игромания журнал был. Сейчас они, по-моему, только в цифровом формате остались. Что, в принципе, неудивительно. Ай! Ну, по крайней мере, я смотрю на старте, вот эту игру довольно многие начали стримить. У меня с этим вообще совершенно случайно сложилось. Вот только недавно вступил в одну кураторскую группу, чтобы ревью писать. И вот только благодаря этому начал играть, поскольку прислали на обзор ключ. Ай-яй-яй. Так, вот здесь это будет дурацкий меч голова с плеч, который... Спасибо за подписку. К сожалению, я прям так сразу не скажу, кому именно, но в любом случае спасибо. Мне кажется, или он что-то на польском орёт. Иногда. Что-то связано. Ну нет, на самом деле нет, но чего-то напоминает. Ай-яй-яй. Так, меч, кинь нафиг. Архив демоны. Так, и вот это мы, по-моему, не читали. Быстрый огонь. Удерживайте кнопку команды, чтобы не прекращать стрельбу. Ладно. Злобный КТ покусал. Так что, победа в этом раунде оказалась за ним. Тогда... Так. Есть вариант, что разгадать, если два игрока разом сядут на стулья. Еще есть вариант... включить шкатулки так, чтобы они закрылись одновременно. Ну тут я пока ничего не могу сказать, поскольку, как я понимаю, я, наверное, до этой комнаты еще даже не нашел. Такс.
О, сохранялка. То, что доктор прописал. Дайвишка. Получается, тогда, когда погибал, совсем опять и снова все из шаговой доступности было от комнаты. Ну ничего. Текс. Да. Ну, вернее, скажу так, собираюсь, но дела могут отвлечься. Я думаю, уже совсем вечерком запуститься и предложил бы именно Don't Starve попробовать продолжить. Так, стоп, а мы сюда можем. Мне этот меч голова с плеч что-то как-то не особо радует. Да, кстати, если опять невнятно задумчиво начинаю говорить, то пишите в чат. То не все время это за собой замечаю. А потом, когда так, для проверки свой стрим кусками перематываю, чтобы посмотреть, где что подправить, замечаю, что как-то так настолько иногда в задумчивости невнятно говорю, что даже сам себя понять не могу. Так, ну надеюсь, это не босс, но это все босс. Злобный глаз. Сурово. И никакой цены нету. Блин, Сплинта новой чёткой. Он мне не нравится. Так, может по... А, ну ГМК точно можно, я в него... Ай-яй-яй-яй, как он меня зажал. В него я уверен, что у меня... Ох ты ж скотина стайросовая. Надо будет на базу вернуться. Так. Надо будет вернуться на базу и хпшки купить себе. Так. Сейчас, секунду, я на паузу поставлю, посчитаю, что чат уезжает. Ну, можно сенсоров попробовать. Щелком с ножницами можно выбить прикольный меч. Не выбивал. Пока единственное, наш... Да, блин. Опять волнуюсь. Говорю какую-то фигню. Так, с них, по-моему, пока не выбивал. У меня самый лучший, что выпадал, это какой-то короткий. Фу, нет, просто длинный меч. Он по хп самый такой. Так, находил только демона-парикмахера, где там явная отсылка к Тодду, потому что он, по-моему, так и назовется. Не знаю, есть такое произведение или нет, помню, что фильм был. По-моему, мюзикл тот, демон-парикмахер. И благодаря этому теперь можем менять внешность героини. Не знаю, можно ли с него проклятие потом снять или нет. Потому что он сказал, что ему... Ай-яй-яй! Офигеть! Ты еще так умеешь. А, вот это и та рука, про которую говорили, да? Я только сейчас догадался, что это, наверное, про нее и имел в виду тот мужик. Да ну-то, ну ты... А как это врезаться на людей не гиблями? Ну есть там такое. Да, риска. Так, надо вернуться на базу за ХП. Так, а теперь вспоминаем. Первого босса я прошел с помощью пистолета, второго, по-моему, все-таки с помощью Боргенштерна. Что отличается третья и четвертая? Сейчас отвечу, наверное. Отвлекусь. Как всегда, пульт от кондиционера почему-то в 2 километрах от себя положил. А что-то жарень уже, я слишком жарень. Скучаю по тому времени, когда лето было не таким жарким. Хотя, с другой стороны, тогда и зимы холоднее были, сейчас более теплые. Но, с другой стороны, зато теперь в них снега не допросишься. В смысле, самой зимы. Отличается в основном сюжетом, то есть я бы предложил начать все-таки с третьей, а потом уже перейти на четвертую. Кстати, ты обычно долго зависаешь на создании персонажа, где можно внешность настраивать довольно точечно. Если да, то посоветовал бы сейчас зайти в игру и начать настраивать, потому что я там тратил действительно в часах время, то есть там 3-4 часа, там в некоторых... Может, даже 5 тратил чисто на создание персонажа.
Ну, а если ты так по рандому любишь их собирать, и тебе не важно, то, то в принципе можно будет и потом. Так, эй! Фух, пробежал. Да. Где он, парикмахер? Так. Кстати, кто что думает насчет арка? Это мы каменили. Просто интересно мнение насчет этой игры. А, блин. Я думал, как от Сабзира само по себе пройдет, а надо было сопротивляться. Есть вариант установить время на нужный момент, чтобы что-то сделать. Так, что-то пропустил. Да, можно попробовать. Ай-яй-яй. Блин, я, по-моему, джойстик сломал. Или выдернул. Нет, выдернул. Или сломал. Ну тут доходящий был. Нет, пока еще не доломал. Тут, к несчастью, провод перегнулся у самого основания. Да, я прочувствовал ее тяжеловесность, что даже на самых минималках в итоге не пошло. Ну да, мир вроде красивый. Потому что с самого начала я успел заметить. Ну, не потянуло. Это я про комнату Селести. Нет, тут я понял, что про нее. Хотя, в принципе, не ко мне вроде обращался. Но я единственное, что пока до этой комнаты сам не дошел. Но зато это будет впереди. Так как? Есть. Так, а мне сейчас тут вверх надо. Надо на базу. Так, слушай, я хочу получить эту руку. И в принципе тут, по-моему, довольно... Короче, я думаю, у меня есть шансы ее одолеть. Но не уверен, что тут я немного так на расслабоне играл. Надо будет поднапрячься. И более тактически с ней сыграть. Так, стоп. А чё я дальше не могу? Как карту передвинуть? Ну ладно, давайте сюда. Просто несколько раз прыгнем в порталы. Подожди-ка, ну как-то это... Ну почему она переключает, как я ее подвину? Хотя если уменьшить, нет. А в чем прикол? Там же реально должна быть еще одна. Ну почему-то переключает именно сами комнаты. Странно. Ну вот, допустим, включаю просто карту, где я могу. А, это и есть. Тьфу, блин. Значит, казалось, что четвертая еще была. Ладно, тупим на ровном месте. Что еще сказать? Третью часть игры, а что там? Ну там очень много настроек. Там отдельно брови можно настраивать, отдельно нос, рот, то есть даже лицо. Тысяча настроек для лица. Поэтому если ты из тех личностей, кто на это много времени убивает, то легче начать сейчас. Четвертая есть на Галеоне. Так, немного упустимыми. Кто? Четвертая комната. На Галеоне, я помню, не смог попасть туда, где... Ну, как мне показалось, нужен двойной прыжок. Нет. Ну, мне там кажется, что нужен двойной прыжок. Но ничего типа двойного прыжка я пока не находил. А, ну да, значит, как я. В этом тоже схожи, поэтому советую сейчас начать. Потому что я тоже, по-моему, без стрима создавал, потому что дофига времени ушло. Есть цели для меня? Так, ну вот это вот дуло молота, что-то пропустил, где он вообще. Так, давайте принимаем все остальные. Помогите купцу Шону покоиться с миром. Ну и всегда наорел, что убейте гапьих убийц. Так, ну не будет, наверное, читать, потому что оно все время, в принципе, одинаково. Так. Что ты больше прыгаешь, что выиграл кнопкой атаки? С NPC разговариваешь. Так.
Ну, для пиццы мы, по-моему, ингредиенты не собрали, то там еще одна бабушка ждет мою пиццу принести. Хотите пастуху Портеру успокоиться с миром? Убейте гадких убийц. Если там много чего можно настраивать у персонажа, то это... Там много чего, то есть я же говорю, я на одном лице, наверное... Ну нет, на лице, наверное, дольше всего, кстати, залипал. Ну и на теле тоже, там этих ползунков дофигища. Что мне, в принципе, нравится. По факту он, конечно, для игры никак не нужно, но само по себе приятен. И залипательно. Здравствуйте, мисс. Вы летите прекрасно, как всегда. Так, ну это пиццу. А там что, селитру или что она просила? Уже забыл. О, точно, мне нужен бромид серебра. А, ну совсем одно и то же. Ну, даже во второй он упорот, но в третий уже гораздо больше. Я нашла повозку, которая может перевести меня через мост во дворе, но путь закрывает каменная статуя. Какое совпадение. От Зангетсу как раз пришло сообщение. В храме цветного стекла ищи демона, что держит каменную статую. Там и нашли ее. Может быть, я нужен как раз осколок этого демона? А Зангетсу силен как титан? Как он смог пересечь мост? Он тут внизу сделал рисуночек, какой-то здоровяк перепрыгивает огромную пропасть. Да ладно. Тебе еще что-нибудь нужно? Продать его надо. Так, ну тогда я лучше склаваю. Будет, точно будет. Ай-яй-яй. Так. Эфир и размягчитель. Потому что я хотел броньку, по крайней мере, двойную продать. Понятно, что и другой клан можно продать, но я, как всегда, коллекционирую. Да, и риск. Насчет чего подозрительность? Так, все. Осколки давайте продавать. Не хочу я в кристалл превращаться. Подожди-ка. Это что, то не сохранились после того, как я продавал лишние, или я столько всего опять насобирал? Ну, жаба вперед, наверное, не особо нужно. Мне что-то подсказали насчет потока воды, что поток воды нужно ставить. Если поток воды будет, мы оставляем. Да это реально, по-моему, то сохранение, которое я не продал их. Или заново насобирал непонятно для себя. В принципе, сейчас не особо следил. Луч камня. Прикольно. На боссов, я думаю, наверное, не действует. Мастерство кинжала я точно хочу. Хотя, стоп, кинжалами и рапирами. Вот тут не уверен. Конечно, я люблю обычно за кинжальщиков играть, но тут мне пока зашли больше мечи. Потому что по скорости я не сказал бы, что особо большая разница пока была. А по урону была. Жабу вперед, наверное, продадим. Истинная стрела мне пока понравилась. Кость мне пока не понравилась. Призыв свинолета. Ну, прикольно. Мухоловку пока нафиг. В любом случае, как я понял, если что, можно будет их нафармить заново. БР. Ну, прикольный, но... Но... Да. Так, луч камня. Вместо истинной стрелы, если что, да? Да вроде да, по-моему, я ее еще не удалял. Всплеск. Ну эти, наверное, пока оставим даже. Потом подумаем. Надеюсь, быстро так в осколок не превратится. Так, вот что мы можем у нее купить? Главное не перепутать продажу с покупкой. Давайте один. Давайте пять сразу купим. Алкогест. Ульгенштерн. Так, у него так АК-20 и вот этих две особенности. АК-22, но особенность одна. Пламберг.
А у нас ускорение, по-моему, не для больших мечей, для обычных. Поэтому фламберг, хоть сейчас на него и хватает, наверное, смысла нету. Не, ну так, конечно, так заметно выше. Не знаю, надо будет подумать. Да. Протозад. Копье с большим широким лезвием. Хлыст, мушкетон. Нет. Вопросы? Сложно. Сложно, сложно, сложно. Ладно. Там же ж в арке тоже выживание по дням считается. Если что, это вопрос. Не, реально интересно. Так, 27, 25, но защита меньше. Фиг с ними, не хочу пока на них тратиться. Ну шар. Короче, вроде ничего особо нового нужного. А, не знаешь. То мне просто интересно было спросить, сколько дней ты там. Ну, рекорд по выживанию какой у тебя был. Ну, если там не вняк, я тогда не знаю. Как в этом плане спросить? Порох, октоплазма, бронза. И вот монетки не верю. Там что-то можно было за ними взять, но стоит тратить, я ее так случайно практически нашел. Ладно. Спасибо. Если понадоблюсь, я буду здесь. Ну хорошо. Так. Нам надо бы попробовать сменить осколок. Нет, к сожалению, истинная стрела лучка у меня. Попробуем. Ах, мастерство меча. Повышает скорость атаки одноручными мечами и палицами. А тот меч двуручный. Кинжалами и рапирами. Сейчас к алхимику зайдем, попробуем посмотреть. Там вроде в днях, но риска не смотрела, сколько она там выживала. Ну что, вычтем. Текс. Да. Я, Ирасай. Привет, Мириам. Ну ладно, тогда вопрос, как тебе эта игра, которую сейчас играем? Усилить осколок. Можем мастерство кинжала. Скажи, понял, что ночь. Давай, слушаю. Произнеси тогда. Длительность можно. Нет, не совсем то. Я бы мастерство меча, но мне нужен длинный меч, хоть и покупаю его. Какой ответ, да или нет? Ладно. Пум-пум-пум-пум. Давай так, да, нет или не знаю. Подходит такой вариант? Если что, это вопрос. Кстати, рисовый шарик можно сделать. Приготовлено, рисовый шарик один. Не знаю, по-моему, это легкий. Чего-то сложного. Ладно. У вас сегодня дождь был? Нет. Ну это, я надеюсь, хотя бы действительно легкий был. Такс. Пум-пум-пум-пум. Ну ладно, хотел бы поехать в какую-нибудь другую страну на экскурсию. Нет. Ну, я не помню, спрашивал или нет. Я у тебя этот вопрос уже спрашивал и раньше. Тоже не помнишь. Ладно, ты точно научилась говорить, не знаю. Доцент, приветствую. Я всю эту игру продолжаю. Таким переменным успехом. Кстати, можно скрафтить меч и усилить тот осколок. Фламберг можно, кстати, скрафтить, не покупать.
Чё, прогонять его будешь? Если что, тоже можно было устно ответить. Такс. О, мы эти можем сделать. Так, атака 22. Блин, заманчиво сделать катану. Так, а сколько у нас там у Моргенштерна? Атака 20, при этом два варианта. Ну, тут 22, но дробящего нету, да? Угу. Всем привет, с кем еще не здоровался. И спасибо, что заглянули. О, а, это большой меч. И это уже 8-битные монетки идут, да. Хорошо, учтем. А, вот, на оружие щита я еще задумался. Но опять-таки это всякие монетки. Я не уверен, что их нужно тратить пока что. Что, с одной стороны, заманчивые фигнюшки здесь. Но не уверен, насколько они действительно прикольные. Ладно. Ну, сейчас посмотрим, может, что-нибудь задаст. А, если что, я в Дискорде на канале, так что заходи. Ну, если такой вариант устроит. Берет зверя, колпак из кожи. Он, кстати, защиту тела повышает, но удачу минус. И минус определенной атаки, да? Или защита. Ну да, по-моему, решил, что остаться пока к пиратской. Платье к чаю. Но смысла, наверное, особо нет. Кольчуга. Защита плюс, но остальное минус. Броня связанных между собой металлических колечек. Так, вот это уже поинтереснее. Свободное элегантное платье. Минус немного дробящего, если я правильно понимаю, значок. Тело чуть меньше, зато больше и интеллект, и раз. Ну, я не знаю, что раз, и защита. Но меньше хп, да? О, Ириска, как думаешь, скрафтить вот это вот платье? Или так, ты уже друзья, не тут? Приветствую. Угу, приветствуем. Как слышно? Да вроде бы пока все хорошо. По-моему, как и раньше было. Я буквально на минуточку к вам заскочил. Не, ну, проверка заранее — это дело нужное. То потом в последний момент уже не так приятно. Если успеешь, задай вопрос какой-нибудь Ириске. А то она как раз таки обрадовалась, что может ты какой-нибудь легкий придумаешь сходу. А, вот вопрос, какой Ириске я хотел задать. Ну что у нее там с этой, с дипломной или что у нее там было? Курсовая? Ну да, что-то нормально такого все было. Как успехи в этом плане? Что-то она как-то подозрительно смотрит. Так что, Ириска, этот вопрос тебе подходит? Ириска уже давно все сдала. Ну это-то да. Но об этом-то я знаю, поскольку мы с тобой почти каждый день общаемся. А вот ну, другие... Отлично, отлично. Поздравляю Ириску, между прочим. Так, что, у меня планшетик зарядился вроде, да? Так. Я тоже хотел сейчас постримить еще. Не знаю, Доту можешь постримить, не знаю, что. А, ну, как раз загляну тогда, наверное, потому что я тут думал еще некоторые дела поделать по дому. Как раз фон будет. Хотя, если с микро, конечно. Потому что там не... Ну как, я уже рассказывал, мне самому в основном интересно смотреть прохождение игры в игры, когда еще можно поговорить о чем-то. Хотя вот игры, фильмы некоторые, это все-таки бывают исключением, потому что там настолько, ну как, почти непрерывным потоком идет сюжет, что там, возможно, лучше даже без комментариев. А вот в остальные игры я люблю. Сюжетно-ориентированных играх я согласен, да. Особенно, понимаешь, потому что сам начинаешь отвлекаться. Мне Ириска там, кстати, говорит, вопрос какой-то задать.
Я даже не знаю, что Ириски, какой вопрос сейчас задать. У меня что-то голова сейчас немножко не тем, честно говоря, забита. Не, мне самому легче. То есть я сам... А, этого... Ириски вопрос. Лука, извини, перебью. Ириски вопрос такой. Что она с динозаврами там, между прочим, надумала или... или раздумала, наоборот? Ну да, я тоже не совсем понял. Это ты про рисунки или про арк? Да, да, да. Я арк запустил, но не подтянула юха пока что. Так, с риском. Ты вроде писал, что научилась говорить не знаю, так что если что... Но я этого пока не услышал, я это пока только читал. Так что жду пруфа, как говорится. А насчет игр, да? То, что говорили. Сюжетно-ориентированные игры какие-нибудь. Вот, понимаешь, я тоже Red Dead Redemption начинал проходить, да? Все, только смотришь в чат, или слушаешь, или говоришь, все. Канва теряется, весь сюжет прям по боку. Половину из головы вылетает, отвлекаешься на чат, на вопросы, на все остальное. Плюс советчиков, как всегда, набежит еще. Не, это да. И в итоге... Причем... Начал сначала переигрывать игру. Все, думаю, нафиг. Я половину, потому что пропустил, что говорят. Ну, плюс еще титры читать нужно успевать, во-первых. Это да. Не, ну я... Для себя такое оптимальное нашел. То есть пока какие-то диалоги, я сразу предупреждаю, что сейчас я не читаю чат. Сначала дочитываю диалоги, потом вновь к чату возвращаюсь. Слушай, и так, в принципе. Я все равно зацепаю краем глаза, да? А, не, мне с этим, ну, легче, наверное, потому что у меня так легко получается. Но я с детства привык еще, наверное, что все в одной комнате живут, поэтому я и уроки делаю, кто-то при этом телек слушает, кто-то при этом еще между собой разговаривает. А я вот такого с раннего детства привык, что вокруг меня очень много одновременно источников информации. И мне сейчас, наоборот, комфортнее даже в среде, когда разные источники одновременно. Но я всегда, когда уроки делал, мне было... В данный момент на чем-то одном сосредоточиться, когда вокруг такой вот... Ириск пишет, доцент. Я слушаю, что я задал вопрос, но ответа на него не последовало. Ну, это зачастую, к сожалению, бывает. О, опять тоже смайлик. Так, что еще хотел? А, ну и все, по-моему. Ну, по игре, в смысле. Это я так, сам с собой немного. Альфред был твоим учителем, так? Бывшим, а что? Не знаю, просто подумала, может быть, ты можешь рассказать о нем что-нибудь, чего я не знаю? Понимаю. Насколько я помню, он пытался научиться резко замедлять объекты. Он был гением, если честно. Но мое уважение он потерял. Почему? Потому что он до последнего был против своей жертвы. Но в последний момент трусливо поменял мнение. Ясно, спасибо. Так, вот. Доцент, давай легкий вопрос. Знаешь, риска тут сложно... Ну, не знаю, мне сложно понять, какие для тебя легкие. Плюс к этому, на многие все равно не отвечаешь ничего. Что еще сложнее представить, что такое задать, на что бы могла ответить? Но это я лично за себя говорю, за других не рискну. Да и смысла не вижу. Да, я легкие вопросы даже не знаю сейчас, какие можно задать. Я привык... к диалогу. Ну, вот аналогично. Не просто, понимаешь, вопрос-ответ — это вопрос-ответ. Если ты развиваешь какую-нибудь тему, то фидбэк должен как-то поддерживаться, как быть более такой, я не знаю, направленный, что ли. Поэтому я бы сказал, чтобы... Так. Если еще научиться говорить именно с вопросом, я бы предложил тебе научиться еще тоже именно устно задавать вопросы. Наверняка же есть что-то, что хочется. Ну или же вот те хотя бы обычные слова, которые ты пишешь, ну, одиночные, попробуй произносить их вслух. Потому что реально уже довольно много было фраз, которые все равно уже произносила на стриме. Причем даже не одиночных слов, а целых фраз. И видишь, ничего плохого вроде не случилось. Ну, по крайней мере, пока. Ну, на самом деле, не думаю, что что-то будет плохое. Я пока не пожалел, что в итоге переборол себя и начал снимать.
посоветую, как Ириске перестать бояться и начать говорить. Вот это вот на самом деле, кстати, вот Ириска в этом плане молодец, что такие вопросы, если это можно назвать вопросом. Не, ну, в принципе, вопрос, задает. Но такого точечного ответа у меня пока нет. Ну, я могу Ириске только знать, что посоветовать. Просто делать. Вот если ты начинаешь себя в чем-то пытаться замотивировать, да? Ты собираешься силами, ты говоришь, да, я вот надо. Ты говоришь, надо. Ты говоришь, я вот там буду делать что-то, да? Ты готовишься к этому. А нужно не готовиться, а просто брать и делать. А ну, там уже дальше... За окном тот кричит. Ну ладно. Но пока на моем пути это такой самый действенный способ оказался. Это сложно, на самом деле тяжело. Сложно. Но пока самым действенным оказался. Понимаю это. Знаешь, я просто тоже собираюсь, например, точно так же я собирался там бросить курить. Надо. Я говорю себе, блин, надо. Блин, надо бегать начать по утрам. Вот я, кстати, не, вот это не хочу. А я хочу, но нужно не хотеть, а нужно делать. Просто брать и делать. А все вот эти вот мотивации и остальное, это такое, на самом деле, второстепенное, по большому счету. Не, ну, теоретически... Начинать работать над этим, если Ирис хочет перестать бояться и начать говорить, это действительно сложно. Не, ну я думаю... Кто-то может сказать, что это... легко, кто-то может, ну, видишь, опять же, потому что человек по себе начинает судить, да? Ну, это да, все-таки нюансы есть нюансы. А у нас вся жизнь состоит из нюансов и мелочей. Не, ну, а так, есть такое, я предлагал, по крайней мере, периодически хотя бы повторять то, что уже говорила. Ну, может, это как-то поможет, хотя бы сознание того, что вот. Это уже делалось, иначе повторить легче, чем начинать. А если уже делалось и все хорошо, так почему бы не перейти на следующий просто, шаг? Знаешь, просто Ириска должна для себя понять мотивацию. Мотивацию то, что ее пугает. В том, что она начнет говорить. То, что она не то, что может сказать, и на нее как-то по-другому будут реагировать или еще что-то. Ну, а, частично... Это чепуха, на самом деле. У меня последнее время тоже чуть ли не это, знаешь, как-то замечать стал на записи, что я шепелявлю, что ли, фиг его знает. У меня не было такого раньше, на самом деле, но я не шепелявлю. А вот насчет вредной буквы такой, у меня с Ириской вообще одна и та же по факту, я думаю, это заметно. Ну, кстати, да, если там какой-то... Блин, рэп поют, я не знаю, сколько... Ну, каждый второй... Рэпер. А, кстати, с вредной буквой. И насчет вред. Да-да-да, насчет вредной. Да, просто я хотел так, пока вспомнилось, Ириска, тебе. Помнишь, исполнитель такой был Шура? Вспомни его дикцию, а он целые концерты давал. И норма ему было. А многих, вот вспомню того же Горшка, например, да? А, блин, скишаем. Дефекты речи люди превращают в фишки наоборот. Ну в этом ничего такого нет. Да еще другие моменты бывают так же, как свой голос, например. Я просто послушал, знаешь, вот Ириска, она там говорит, да, нет, у нее хороший голос, у нее хороший тембр, у нее. Ну, я даже не знаю, просто я слышал много людей там, которые просто там проглатывают слова, допустим, там даже, ну, не поймешь ничего и не комплексуют по этому поводу. То есть, если ты сам комплексовать по этому поводу не будешь, то и другие будут спокойнее относиться к этому. А если ты будешь показывать, что ты комплексуешь по этому поводу, то да, там со стороны могут быть какие-то косые взгляды, так сказать, да? Но это опять же все зависит от того... От твоего круга общения даже, можно так сказать, от твоей этой экосистемы. Не, ну тут плюс еще легче с тем, что тут через нет, в реале это... Я не думаю, что кто-то из тех, кто присутствует на стриме, тебя в реале узнают, даже если увидят. Поскольку для этого же надо знать облик.
Ай-яй-яй! Так и опять меня хрень кидает. Блин, начал банк очень дать. Не, прикольный этот босс. Тогда, конечно, мне... Советую начать риски потихоньку. Стараться уходить от своих страхов. Точнее, даже не уходить от своих страхов, а... Скорее смотреть им в лицо, скажем так. Да. Встретиться, так сказать, со своими внутренними страхами. Э? Ну чё, чего столько вопросов, Ириска? Не, ну реально, сейчас я все считаю логичным. Так, стоп. Чё хоть... А, я магию хотел поменять. Ну смотри, по крайней мере, на моем примере. Я пока не пожалел, потому что тоже, я же говорю, вообще так за голос парился. Думал там уже искать какую-нибудь программу, которая бы полностью для неузнаваемости меняла. В итоге забил, теперь думаю, блин. Жалею, что время потерял на все эти сомнения. Лучше сразу начал. Лучше бы было бы. Так что надо еще подумать. Ведь на самом деле главное не как ты выговариваешь букву, а какой ты человек. Это да. Причем я еще, ну, лично для себя я решил, ну, как там, разведку боем проводить. То есть стримить и одновременно за этим пытаться лучше выговаривать. Ну, вот думаю, заметили, когда да. Сам знаешь, замечаю. А знаешь, сколько людей на самом деле так дикцию подтянули? А если не человек? Ну смотри, человек — это тоже понятие растяжимое. По-моему, уже неоднократно говорил. Заметь, во многих фильмах, источниках человек употребляется еще не только как обозначение конкретной расы, а в общем в словах. Ну то есть скорее как употребление всех разумных рас. Ну, в целом, да. Ну, я это с детства еще замечал. Мне, ну, в принципе, пофигу было, но почему-то мне есть такое давно, что интересует такое, что мне, по сути, нафиг не нужно и никакой пользы не даст. Ну, вот интересно и все тут. Так же, как и бесконечность космоса. Вот так же я и вот и такие употребления замечал, что... Ну, давай так, чтобы понятнее будет, скажем... Ух ты, ёшкин кот как протянуло. Человек не человек. Нет, назовем это личностью. Заявил данную. Угу. Поделился и заявил данную проблему, то большой шаг. Это уже большой шаг, я считаю. Ай. На пути так, к тому, это я тут по игре. Как не стесняться и начать общаться. Смеяться, потому что никто над риской не будет. А поддержать мы поддержим. Ну, по крайней мере, я. Да и за Луку я больше чем уверен. А чё? Тут уже сколько? Двум годам уже, наверное, будет приближаться скоро. Ай, вспоминаю этот, который был симулятор ждуна как-то, когда у меня времени спокойно, фу, свободного много было. Я там прождал, пока попытается заговорить там часов 7, наверное, реального времени. Причем часа 4-5 это было без стримов. Потом уже вот стримочек какой-то запустил, еще прождал. И вот где-то часов 7 реального времени было. Ну а сейчас я сразу предупреждаю, банально у меня столько нет времени. Но по возможности, да, попытаюсь поддержать. Ай! Умная рука. А я в режим все-таки потихоньку начал вползать, так сказать, да? Не, я бы... Если б не работа, я бы рад из него выпасть. Полученное достижение, ловкость рук. А как же никакого мошенничества? У меня техника сбунтовалась вся. Видишь, аудиоинтерфейс, короче, накрылся. Паял, сидел сегодня. Как проснулся, кстати. Блин, надо научиться паять. То пока так. В теории, скорее, только знаю. Потом мобила тоже. Постоянно что-то перезагружается, короче. Непонятно, что там. Я обновлял, вроде апдейт. Почитал об этой проблеме. Вроде у многих такая фигня. Пишут, меняйте аккумулятор. А смысл, не знаю, менять аккумулятор. Может, проще мобилу новую купить. Не, ну смотря насколько у нее еще проблемы с остальными
Да кто знает, ну лучше аккумулятор его назад же не возьмут у тебя, правильно? Если не в этом нет. Проблема. Ну да, аккумулятор-то сам исправен, поэтому скажет, а причины возврата. Тем купили, более исправен, исправен. Ну да, тем более они на Люме, наверное. А, Nokia Lumia? Я думаю, да, 640-е. А Nokia, я не помню какая-то. Microsoft называется. А, кстати, у меня тоже. А я не помню, какая у меня. Но на зарядке тоже Microsoft было написано, фирменной книги, которая в комплекте была. Но на задней крышке Nokia написано. Не, ну постучим по дереву, пока все нормально. Единственное, то, что поддержку Windows фонов прекратили. Все, все, она уже давно прекращена, еще, наверное, с 8-й версии. Как десятку, я до десятки как апдейт сделал. Все, и пошли какие-то. Ну да. Короче. Ну, после меня уже многие приложения не работают. Но, с другой стороны, хорошо, что мне особо и не они, нужны. Они, знаешь, как они начали по одному их удалять, удалять, не существует там больше. Типа мы там сокращаем, вроде вот к минимализму ведем все. Сокращаем количество приложений, там, короче, все. Выбирали, смотрели, какое. Потом PayPal не поддерживается уже, только через браузер. Все, PayPal отвалился с WinStore оттуда. Я смотрю, у меня скоро, наверное, WebMoney там тоже. А, WebMoney тоже, кстати, не поддерживается уже добром. Ну, работает там. Ином вот эта вот защита. Ну, я чисто, короче, для банковских операций брал телефон. Это, вроде как это. Вирус никто не пишет на него, потому что, ну, грубо говоря, там какие-то проценты людей сидят на Windows, на мобильном. Не, а так, в принципе, мне сам телефон нравился. Да и работает. Ну, по крайней мере, пока хорошо. Самое главное, сколько падал, пока не разбился. Ну, я помню, я по Черной Пятнице его когда-то брал со скидкой, там где-то процентов 50 было. Не помню уже, честно говоря, сколько лет прошло. Не, я зарекся, все. Больше я Microsoft не буду ничего брать. Телефоны в частности. Не, ну я пока думаю, когда-нибудь какой-нибудь из Samsung куплю. Но с другой стороны, к тому времени, может, опять ситуация на рынке поменяется. Потому что до этого мне всегда нравились именно Sony Ericsson. Но сейчас это уже не совсем то, что было раньше. Ну, у меня, кстати, живой, представь, у меня до сих пор живой. Знаешь какой? Sony Ericsson K810i. Помнишь такой? Камерафон. Ну, в целом, да. Но у меня был в те времена этот... Как там? V, по-моему, назывался. Да, был и какой-то. V200. У меня даже джойстик работает на нем. Не, мне сейчас один свой старый отдали. Тоже Walkman. Но без джойстика. Ну и да, болезнь такая у них была. У меня до сих пор... Знаешь, сколько тому телефон лет? Ну, больше 10 точно. Когда они там выходили? 810, мне даже интересно. Да, я уже не вспомню точно, пока не знаю. Что там, гуглить, яндексить. Это было очень-очень давно. Так, Саиска, ты еще тут? Если что, на этот вопрос можно хотя бы односложно ответить. А, ну, по крайней мере, в чате. 2007 год. 12 лет. А вот я не помню, куда я свой Walkman делал. То ли продал, то на кого-то. Не помню. То ли сломался, то ли продать успел. Даже не вспомню сейчас так сходу. Ай. А мне вообще с телефоном ничего в последнее время не везет. И все, вот заметь, знаешь, как еще было? Угу. Проходит гарантийный срок. А, у меня еще и цифровая приставка, блок питания сгорел. И вот все, вот, за одну неделю, короче, все. Не, у меня постучим по дереву, пока не... в этом плане чуть лучше. А так у меня видюха тоже так по пониженной гарантии. Только вышла эта гарантия, сразу и сгорела. Все, а у меня вот до этого Wexler был. Ну, такая удобненькая мобилка. Эти фирмы такая дешманская, но... А, из дешевых мне нравилось... Как она называлась, я сейчас не вспомню. Не, такой удобный. 4,7, по-моему, или 4,5 дюйма экранчик, мне кажется, прям самое то больше не надо. 4,5 для меня это прям все потолок. Большие лопаты что-то я не очень люблю.
Это тогда смысл. А, тогда уже планшет или ноутбук да, легче. Тогда планшет действительно жив. Но планшет, слава богу, живой. Так, статься. Что-то мы в той комнате пропустили. А где? А, все, вспомнил. Неизвестно, как пройти. И проходит, в общем, 364 дня. И у меня телефон просто умирает, когда я на зарядку его ставлю. Это вот Векслер до этого у меня был. А вот успел, сейчас обратился, мне по гарантии бабки вернули, их не ремонтируют, этот телефон вообще. Ну, главное, что успел. День остался, один день. И точно я какой-то телефоном... акт брал, короче, накатался еще. Ай. Потом дешевые, помнишь, какие были Билайн, вот на ней, по-моему, ZTE называются, на ней просто написано было. С этого. Шильдик операторский, операторской связи. Да, разные, по-моему, ТС-овские были под своей маркой, да, еще да, что-то такие, было. Такие маленькие телефончики, тоже прям гарантию прошла, я симку поменял, и он не включился просто больше всего. Нет, я на всякий случай не рисковал. А что же, да, и риска. Вот не могу вспомнить, какая-то марка тоже я взял из дешевых, думал, ну, как повезет. И он был классным телефоном, но я сейчас не могу вспомнить, что это за телефон. А так мне... Моторолы хорошие были. Не, ну там что-то такое вообще, какое-то такое не особо известная фирма была, но сейчас они завод закрылся. Так, а что у нас внизу было? Что, Ириска, что-то еще спросить хотела? Или нет? Где там, как перес... Подожди-ка, да. Сейчас надо вспомнить. А, там скидки, сейчас распродажа идет. Ну да. Ну, Риска, как я понял, накупила себе сессионок, чтобы вместе можно было поиграть. А я ковырялся сегодня в этой распродаже. Прям правильный, наверное, термин. Ковырялся. Правильное слово. Ничего не нашел. У меня что-то в этом году так же случилось. Не знаю, какой-то у меня рок насчет этих распродаж. Только думаю, вот классно. Думал, накопил денег, сейчас что-нибудь на распродаже куплю. А я, между прочим, вот что хотел. За несколько дней проблемы. А я что хотел до распродажи купить, я что-то сегодня как-то подумал и не хочу уже. Думаю, что играть я в это, но не буду. Не, ну самое главное вовремя понять. Обиднее было бы купить, а потом уже понять, что оно нафиг не надо. Блин, я только сейчас вспомнил про карточки. Надо бы же с ними еще заняться, реально. Ай! Там сейчас можно и уровень нафармить быстро. Уровень, а там... Блин. Там вот эти там? Вот гонки. Да? Так, Деспо. Так, Ириска, а насчет персонажа, там, по-моему, где через новую игру начинаешь, там же и создаешь. То есть там не бойся начинать одиночно, там все равно тот же персонаж, ну, там легко подключить одного, двоих, пофиг. Создаешь просто персонажа для одиночной, и этим же можно будет и в кооп играть. То есть в этом плане заморочек нет. А там кастомизации нет? С самого начала. А, что-то есть, да? Есть, и там она обширная, поэтому Ириске посоветовал, давай сейчас лучше этим займись. Поскольку потом... Ну, вернее, если человек... Сейчас вспомню. Ну да, по-моему, просто новую начинаешь, и там выбор этого человека есть. Пол, раса и дофига настроек. Там отдельно бровь, отдельно там один уголок глаза, отдельно второй уголок глаза. То есть вот там настолько настройки. Сам я помню, там в часах залипал. То есть там 3-4-5 часов мог убить на создание персонажа. Поэтому я посоветовал вот сейчас уже начать его делать, если с таким же подходом, как у меня. Я думал все Monster Hunter купить, но, во-первых, ну, одному наслышан. Мне кажется, интересно играть. И, во-вторых, тоже я геймплей посмотрел немножко, думаю, блин, ну, наверное, не мое. Слишком долго вот эти вот готовить там какие-то ловушки. Там же как-то поэтапно это все. Такой свободы. Не, ну, да. Нету как таковой. Прикольно. Да.
Не, ну я только слышал, но пока не заинтересовался. Симфлик Сити вышла. Я бы эту не... Надо бы, по крайней мере, в желаемые добавить. А так слышал, сейчас что-то еще горят вроде эти. Опять биткоин вырос. Вот интересно, нового майнерского бума не последует. И вот так даже не знаю, что в итоге с видюхами будет. То ли возрастут цены, если опять майнерский бум пойдет. Ну, слушай, тут то ли наоборот упадут. Бума, на самом деле тут ситуации просто воспользовались. Цены на видюхи не из-за майнеров, по большому счету, выросли. Нет, ну, кос, понятно, что не они подняли, но воспользовавшись этим, их подняли. Ну, по крайней мере, как я видел эту ситуацию. Просто после этого бума, после всего, видеокарты особо не подешевели тогда. И то же самое, как из-за курса доллара, да? Курс евро-доллара взлетел, говорили. И у нас все подорожало резко. А потом, я помню даже, какую... А, 970 я и брал видеокарту за 23 тысячи. Это дешево еще очень было. Ну, в то время дешевые относительно, потому что они там до 27 достигали, до 28, а где-то даже в ДНС региональных там и за 30 переваливали ценники. Не, могли быть вполне, к сожалению. И потом вот этот вот пик весь спал. Кстати, я в самый пик покупал, когда доллар 80 рублей стоил. Там даже, по-моему, 80 с чем-то было. Да, потом доллар стал... 60, что ли, рублей, или меньше, 55, по-моему. Но цены-то остались прежними. Не, ну потихоньку меняются, по-моему, все же, но потихоньку. Нет, ну это сейчас понятно, меняются. Кстати, Intel хотят подешевение там какое-то сделать на прошлое поколение процессоров на 10-15%. Не, ну процессоров я пока точно не думаю. А вот все-таки на сейчас 1660, вот пока думаю, что делать. Я в первую очередь сейчас думаю, что ждать, не ждать. Я хотел 1660 тоже, я договорился, у меня у знакомого магазин просто свой есть. Я у него все время закупаюсь, он мне, грубо говоря, по себестоимости продает по закупке. Так, Ириска начала играть, где персонажа создавать? Сейчас, ну, ладно, короче, потом, наверное, тебе скину скриншоты уже после стрима. Потому что, по идее, там перед началом можно было как раз таки создать, кем именно играть. А, хотя подожди, или где она там начинается? Ну, по-моему, перед все-таки. Так, еще раз извиняюсь, Децент, можешь еще раз повторить? Я, получается, перебил и сам не расслышал. Только частично про себестоимость. А что повторить? Ну, про планы на 1660 ты, по-моему, говорил, и себестоимость. А, ну это я говорю, я у знакомого я закупаюсь, приятеля, у него магазин по себе стоимости железо беру. Чё, в итоге решил не покупать? Ну, в итоге решил покупать. Пока на 9, ну да, решил на 970 посидеть, думаю, ну пока хватает, вот посмотрел, ну чё мне не хватает, вот мне где не хватает ее, да, видеокарта, то в процессор упирается из-за этого в основном. Не, ну мне пока. А с другой стороны, смотришь вот, да? Они там и на топовых каких-то там на i9-ах и с 2080 Ti тормозят, если игра не оптимизирована. Все же от игры. Ну зависит. Это да, бывает. Если не, хорошую ну, оптимизацию я... игры, она идет даже на достаточно среднем железе неплохо. Не, ну тут я уверен, что у меня смысл есть, поскольку. Явно самая такая просадка, это в первую очередь видюха. А у тебя какая вот... сейчас стоит? HD 7850 на 1 гигабайт. 7850, это типа... AMD. Это типа 750 что ли? 7... А фиг его знает, к чему она равняется. Но я его покупал лет 7, наверное, назад, и она даже на тот момент такая на была средненькая. На гиг, да? Да. Так.
Просто пока это не сломалась, та предыдущая, которую тогда брал ценёнку, заметил все-таки разницу. Потому что многие игры, которые сейчас в принципе не идут, тогда летали только так. Так, подожди, я как... А, вот так ее управлять. Починили мы себе этого демона. А, ну да, типа 750 Ti-ки она. Типа GTX 660, короче, она аналог. А, запомню на всякий случай. Я так по аналогам не знал. Нет, я просто, у меня у знакомого, по-моему, такая же была карта, я еще говорю. А у меня 750 как раз Ti была. А на тот момент выходила игра, знаешь, какая? Сурвариум. Она была... Что-то слышал. Она еще платная была. Ну так, отдалённые воспоминания. По-моему, вообще проект уже сдулся совсем. Как раз, когда они его фри-ту-плей перевели, а мы брали что-то там каким-то... пропускам там, я не знаю, там стоило $10, да? Стоил. Не, ну ничего, это ситуацию с Вольф напомнила. 300 рублей на то время было. Ну да, были цены. И у него вот как раз 7850, а у меня 750 Ti была, и мы все там по FPS, вроде у тебя как. Ну там у меня столько, а вот типа столько. Ну типа точно так же, одинаково идет. Так, сейчас, секунду. Так, я отвезу вас, весьма интересно для вас местечко. Просьба не вставать во время поездки. И не везет. Ты что, офигел? Или я не поможал? Да нет. А чё не... Странно. Говорит, что он отвезет нас в очень интересное местечко и не везет. Не понял юмора. Мужик, ты чё? А чё он реально не везёт? А, Ириска, знаешь что там? Там игра начинается без создания персонажа. По-моему, когда ты до самолета, что ли, доходишь, первую вступительную сцену, по-моему, нужно пройти, а потом у тебя выбор появляется. Если может. Я не ошибаюсь. Вот я не понял, в какой части. Мне кажется, какой, там так. Какой-то из них есть такое, ну, в третьей, реально. Я в четвертую не играл до сих пор. А, подожди, стой. Ты там в маске начинаешь? Если там, где в маске начинаешь, если это та часть, то, по-моему, да. Просто помню, во второй там сначала создаешь, он типа в больнице лежит, но создаешь ты сначала в четвертой, по-моему, скоро этой маски. Ну да, значит, скорее всего, ну в любом случае, там недалеко от начала должно быть, так что попробуй пройди, там уже будет создание. Я просто там в голове у меня перемешано немного, что в какой было. Короче, никуда у нас не везет. Прыгаем так. А, подожди-ка, ну сейчас прыгнул. Ладно, тут мы были. Не, прикольная вот эта игра оказалась. Ну клевая, а там же этот, по-моему. А? Создатель этой Кастельвании. Участвовал. Ну вот это точно не скажу. Я пока на всякий случай не смотрел обзоры, ни прохождения. А так сам на скидку этого не помню. Ну, я даже не помню, кто создатель синей Кастельвании был. Ай! Что ты творишь? Так, ну ладно, пункт еще потихоньку. Ага. Ну, вроде игру давали вам месяц назад, что ли, там сколько уж прошло. Типа обзор там. Это насчет, ну, короче, какой? Рисовались, а я даже не помню, какая игра, но я на нее писал обзор. Ревью. Заглючил инструмент вот этот вот, походу. А. Ну, думаю, вполне может быть. Я как раз, ну это я на жабу сегодня, я написал, короче, туда и скинул им, они вроде, о, спасибо, спасибо. А. Не, ну могут быть же. Ну, главное, чтобы адекватные были, понимали, что может быть разные ситуации. Неадекватные, я заметил, это разрабы 20-рублевых игр, как правило. Прям 99%. Никто, ну, не пишет. Даже... А это вот недавно что-то мне какую-то чушь написали. Вроде там отказали, представь, на 20-рублевую игру, что ли, на какую-то, я не помню. Потому что мы думаем, что вы там что-то положительную оценку, что ли, поставите, представляешь? Наверное, потому что не думают, что будет положительное. Наоборот. Да? Я не знаю, ну, что. Ну, не хотят, знаю, может, хотят чисто черный пиар какой-нибудь сделать или что. Может быть, не знаю, там темный лес. Сложный вопрос.
Оно на самом деле, вот в этом и плохо, то, что все подряд могут... Я не знаю, как они там сейчас, через Greenlight? Или Greenlight отвалилось? Ну, какой-то взнос они, по-моему, дают, да? И могут... Ну, должен быть, по-моему. Я просто помню, там... с Руто они еще мы... Что-то когда продвигали вот эту вот фигню в Steam. Не фигню, точнее, а эту. Ну, чат Рут. Вот там нужно было набрать сколько-то голосов, короче, для Greenlight'а. Не, ну но потом смотрю, начали все подряд, все подряд туда переть начали, и из-за этого такие там, не то что там низкокачественные игры, а просто там, грубо говоря, уже спамить начали своими играми, да, люди. Не, ну и... вроде из-за этого систему как-то переделали, но я уже не запомнил. Знаешь, как ее переделали? И все равно там проход остался, по-моему, цену подняли. Да, просто взнос. И все. Увеличили взнос. А игр вон поудаляли, знаешь, сколько с библиотек. Ну тоже, зачем так делают? Что число, вот, например, купленных твоих игр. Mm-hmm. Ну ты купил эту игру когда-то, да? А ее со Steam потом удалили. Сейчас, кстати, много удаляли. Таких вот мелких. Игр там, а-ля для коллекции, да? И их вот удаляют у тебя из общего количества, из числа. Вот у тебя там сколько игр на аккаунте написано в Steam, да? И их косят оттуда цифрами, грубо говоря. В библиотеке они у тебя остаются, но не засчитаны, как будто она у тебя есть, эта игра. Ха. Для чего так делают? По-моему... Непонятно. Хотя, может, просто, как сказать, поленились сделать? Нет, не поленились, это сделали специально. Специально, знаю, наоборот, сложнее. Фиг его знает, тут сложно просто. Потому что я особо выгоду их... Ну, их выгоду в этом не вижу. Не, ну вот ты купил, допустим, игру, да? А ее потом... удалили, ну... Ну, покупал-то почему? Честно, в свое время. Вот я про что говорю, почему я должен страдать, правильно? Как потребитель, как пользователь, да? У меня вот сейчас тоже в библиотеке пишет 5000, там, 45 игр. Ой. В Стиме. А в этой пишет 6780, представляешь? Это получается, что больше 1500 игр удалили. Такие дела. Тут даже не знаю особо, что такого сказать. Так и раньше пакет продавали, помнишь, там по минус 98% скидки. И там игр, что-то. Не, ну сейчас на некоторые есть. Ну я сейчас такие наборы не видал, большие по 40 игр. Раньше, ну по 40 нет, а там ну, сколько, по 5, по 7 еще встречал. Ну нет, просто коллекции, которые купить, номерные. Ну да, а это можно за 40 рублей там... купить, например, 40 игр. Ну да. И к числу в аккаунте, грубо говоря, добавить. Такие дела. И? Она что-нибудь тут делает? О, играет. Хотел Секиру купить, но... Чё-то скидка мне вообще не порадовала. Ну... Она мне сеттингом тоже не понравилась. Вот я посмотрел сначала что-то так. И по скринам. Мне даже вот Нио, вот это как она там, Ниох пишется, которая. Не, вот ее я хочу купить, но она стоит. А она там фигню стоит, по-моему, или нет? Ну, она 1000 с фигом. Да ладно. По летней распродаже, не знаю. 70 рублей. Сейчас? Да. Ну, может быть. Минус 60%. Так она 930 рублей стоит. Надо будет глянуть на сей случай. Надо будет подумать. Южный парк там сейчас за 350 рублей. Ну, 350 рублей это голд издание. Я вот все думаю, брать или нет, в корзину положил. Второй, который парк Южный. Я вообще не любитель, на самом деле, этого Южного парка. Я как все собирался посмотреть эти мульты. Я так глядел частично. Ну, своеобразно, так скажем. По крайней мере. Да, да, да. Такой юмор ниже пояса, короче, вокруг ширинки. И стоит 199 рублей игра, а так она 2000 стоит, минус 90%, а Gold Edition 350 рублей стоит.
3500, представляешь? Не, ну надо будет сейчас забуриться, посмотреть, что там вообще продают. А я в первую так, кстати, тоже не играл. Я только немного видел прохождение. Не, ну вроде тактичные бои там неплохие. Но она, знаешь, ну, по крайней мере, на скидку показалось. А вот. Как на флеше сделано. Ну, это да. Ну тут бы я бы удивился, если бы они стилистику сменили. Смертельная игра в кошки и мышки с монстрами вынудила меня отступить, но бегая через сад, я заметил, что в синем сундуке, который я как-то раз уже обчистил, появился новый предмет. Как он мог там оказаться? Да монстры, наверное, его используют в качестве хранения. Что-то еще сказать. Так, почему с подвинем? Так, наверное. Ай! Побегу я. Ну да. Не буду отвлекать. Да я сам тоже буду закрываться. Приятной игры всем. Угу. Все, Ириска создает персонаж. Ириски там удачно создали персонажа. Так. Ух ты, блин, это кто? Не вообще чем-то это. Офигеть, это кто? Какой-то летающий бык. Так, не помню, попрощался или нет, но в общем, до встречи. Так. Ну и надо будет самому тоже потихоньку закругляться, к сожалению. Сейчас только сохранение добежать, потому что весь накопленный прогресс будет обидно терять. Поэтому хочется себе для начала найти сохранение. Потом как найду, уже точно буду сейчас очищаться. Думаю, еще не сдох. Ай-яй-яй. Вечером тогда подумаем, что. Ну, скорее всего, сенсор тогда попробуем. Ай-яй-яй. Офигеть. Вот это она отнимает. Ай-яй-яй. Тут еще и лечиться не дает, а? Ну, выстрелить все равно пока не особо планировал аптечки тратить. Стоп. Подожди, а тут проход как бы вниз. Блин, он действительно есть. Ладно. Вот. Емкость. Короче, мы емкость пули увеличиваем. Да ну, скорее бы мощность было бы прикольно. Ну ладно, увеличиваем емкость, пусть будет. Блин. Так, а где же проход сохранялки? Ну ладно, понадеемся, что верным путем идем, хотя я в этом не уверен напрочь. Так, по-моему, ППшки я все потратил. Ну что поделать. О, магия. Она вообще так... Блин. Ай-яй. Не понял, она застряла. Эй! Блин, вот это обидно. Так. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Мы застряли в стенке. Так, а что придумать? У нас и камня-то возвращения нет, чтобы отсюда ппшница. Сейчас посмотрим. Нет, меню тоже не помогает. Ай-яй-яй. А, подкат может? Да, фух. Хорошо, что про подкат вспомнил. Да что ж такое? Подкат нам помог. Здесь куст куда-то мне не до мы дали. Фух. Думал, опять меня тут ошибет. Неведомые дали пока. Да сколько вас? Понятно, что специально напихали именно рикошетящих в тесные коридоры. Так, ну у нас ответвление. И факел какой-то. Ну да, тоже просто бить. Так, ну, попробуем стрелами. Да, сразу разлетается, если все три. Еще шкура. Есть.
Да, блин. Ладно. А тут всё лишь сундук. Не, ну если там будет... Кстати, а я... Не уверен, что я до него допрыгну. Не нужен ли здесь, как раз где тоже второй прыжок? Потому что расстояние вроде далековато. Эх, не допрыгиваю. Ну фиг с ним. Ладно. Вольмемся сюда все-таки, когда получим двойной, или можно здесь? А если попробовать? Нет, с оружием тоже не получилось. Ладно, фиг с ним. В первую очередь все равно, сейчас именно настроим сохранение найти. Сундук. Фу, не сундук. Алая метель. Направляйте свой боевой дух в клинок, а затем выпускайте его. Оружие Цурумару Додзигири. О, а вот и сохранение. Классно. Ну все, тогда на этом все. Всем спасибо, всем пока. Если еще кто-то не подписан, подписывайтесь на канал, чтобы увидеться еще вновь. А всем остальным до новых встреч. Я думаю поиграть в зомби против растений. Да почему бы и нет. Кстати, сам подумал поиграть, да пройти эту игру. И все время, обычно вовремя о ней вспоминаю. Там, где-нибудь когда по улице иду или еще что-нибудь. Ну, впрочем, как я многом другом. Те моменты, когда оно не совсем вовремя. Так-с. Но теперь, к сожалению, точно пора выходить. Посмотрим позже. Точно времени, к сожалению, не скоординирую. Но ориентируйтесь. Ориентируйтесь ориентировочно на вещи. Какой бы тавтологии это ни звучало. Ай-яй-яй. Где ОБС? Останови трансляцию.